синий угол ринга. Я приглашаю его соперника, чемпиона по микс-файту города Москвы 2012, призера Московской области по грэпплингу из города Москва, команды Russian Full Contact, Николай Пайкин! Энергии там меньше. Ой-ой-ой, хорош. Все проебало со своими зонтами. Идите вы. Никон, давай! Я Борг! Тишина такая. Все умерли. А потому что всем интересно. Молодец! Еще давай! Не пускай его в клетку. Руки держи, не пропусти. Молодец! Высуши его. Давай, давай. Играй, что с ним, играй. Ёбаный, доставка, блядь. Вот, хорошо. Чем? Бас убился, по-моему, уже, нет? Осторожно, не надо. Давай.
Бьет ли? Сейчас приеду, его выдержим. Стоп, стоп, стоп. Так как мне подкрадывается, что в пятый раз. Кто? Молодец! Прям готовит момент, когда подделение высечь. Да, угу. Оля, давай! Я хочу сказать. Давай, давай, давай! Потихонечку. Красавчик. Чуть-чуть не включил. О! Давай, давай, давай. Давай, давай. Двоечками, двоечками. Руки выше. Еще жди. Руки, ноги, руки, ноги. До конца поединка, до конца раунда давай, осталось 30 секунд. Тони ему хорошенько, блядь. Валя. Давай, давай, давай. Пико, давай. Под концовочку. Давай. А, давай, давай. Еще. Еще. Рука, нога. Нога, рука, рука, нога. Вот. Еще. Привет! Ну давай! Девушка, подождите, пожалуйста, девушка. Не, он нагнулся вроде. Девушка там стоит хорошо. У них платье, ничего не видно. Пока пауза в раунде. Александр Фролов. Барда, певец. Ну, всегда на самом интересном мне Алиса что-то. Нет, где бы мне достать? Откуда я знаю, что у них город определенный зон? Видите, они находятся на ночь. У меня плечи забились, сейчас все не было. Для этого с дороги. Второй раунд. Давай, давай. Валя, давай! Савчик. Девчонка, мне удобно по мягкому, по-моему. Второй раунд. Ай, кот! Аккуратненько. Он... Стима. Держит руку. Вот, еще, 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 дорабатывай, еще. По корпусу ему. Вот.
локти! Да, да, да! С локтя ему! Ты все орешь, да? Так а что все кухо стоят? Давай, Валёк, концовочку! Концовочку! Чего? Не пропустите. Да, да, да! Все будет хорошо. Я узнавала. Хорош. Аккуратно, аккуратно. Валя, концовку, давай, давай. Блядь, вот это вообще лишнее все, блядь. Блядь. Так, аккуратно. Лучше в борьбу. Ты всегда делаешь. Первый раз на мне. Когда надо, он не уходит. А когда надо? Когда не надо, он уходит в борьбу. Молодец! Еще давай! Давай, ну дай бог технически будет, я вообще все покусаю. Аккуратно. Молодец. Еще, еще. Вот. Поймай его. Поймай его. Еще, еще. Вот, аккуратно. Аккуратно! Подними. Лучше в борьбу! Давай. Молодец! Да, да, да! Давай! Не пускай его! Плечику! Давай лучше в борьбу! И кидай его! О! Нет, типа, нет, не попал, не помогу! До конца раунда осталось 30 секунд! Руки подними! Руки подними! Валя, аккуратно! Давай, давай! Дорабатывай его! Иди. Давай, давай, давай! Загоняй его! Ребят! Он просто бито выносил вообще. Он делал костёл вообще. Ну дай бог. Господа судьи. Красный? Ничья? Не смей. Давай, чё. Такой. Объявляется экстра раунд. Сука. Да как экстра раунд? Решение главного судьи. Блин. Экстра раунд. Вытрите ему кровь, блин, нормально. Вот это все из-за твоих сомнений. Мальчик черный. Все должно быть честно, ребят. Бой был равный. Какой равный? Левый кик не считается. Мне кажется, не считается. Макс, это там. Подожди, вайтрек, иди. Оля, когда надо, он лезет в борьбу. Не лезет в борьбу, а когда не надо, он лезет в нее. Нет, ну... Ты его дома научи. Экстра раунд 3 минуты. У меня руки трясутся. Пойти на середину. Табучки 3 не было. Давай, Валёк, давай. Не зря приехал. Икут, давай. Я прям тебя еще больше люблю. Давай. Аккуратно.
Маш, руки выше. Да. Так он так он только передней рукой бьет, он больше вообще ни хера не умеет. Смотри, он передней рукой все, ноги только вообще не рукой попадает. Ноги. Вот, еще, еще, руки выше и ногами, еще. Руки выше, держи. Ноги отсушили. Вот, еще, еще ему. И он ничего, кроме правой, ничего не может. Суши его, блядь. Суши ничего. Блядь. Колхозник, блядь. Ноги, ноги. Вот, еще. Только не забывай закрываться, блядь, при этом. Валя, делай то, что ты говоришь. Что лучше всего умеешь? Сальси, блядь. Вот еще! Еще по ноге. Только слезет с руками и все. Ногами ничего не делает. Давай в борьбу уходи! Зачем открываешься? Да нахер с ним бороться, он какой-то чемпион там по грэпплингу. Да он чемпион какой-то в Москве по грэпплингу, там в Московской области. А грэпплинг это борьба, да? Понятно, не надо с ним бороться. Давай еще ему, попади еще. Суши его. Ну надо было, Валя, бей. Как-нибудь, ну бей. До конца раунда осталось 30 секунд. В упорнейшем бою по очкам победу одержал Валентин Иванов!